На днях краснодарцы наверняка заметили в небе военные самолеты. Эта летная практика началась у курсантов Краснодарского высшего военного авиаучилища. Машины перебросили на соседние аэродромы. Занятия проходят на учебных базах в Майкопе и Тихорецке, в Тамбовском Мичуринске, Волгоградском Котельниково и Саратовском Ртищево. Отрабатывают, в частности, истребительную, фронтовую, бомбардировочную, военно-транспортную и дальнюю авиацию. Полеты выполняются на самолетах Л-39, Л-410 и Як-130.